еще не достроила. Привет. Тихо. Это автобус. Да. Ох, в офисе нету этих мест. Я их не пустила, я их не пустила. Так, вот он был. Вон. Город. Я подумал, что поставить сюда стулья. Так, лети. Может, ты будешь песком подаешь какие-то? Чески. Что у нас за завтра? Заправка. Заправочка. Обычно я не выходила. Ты мне не допускали. Давай я просто иду. Здесь, аккуратно. Так, вот заправки две. Двух машин. Ну, ты что такая неуклюжая? Выход? Как не умеешь. Ем-ем-ем в этот дом. Ну, потом я... У меня на третьем этаже дом. Так, на третьем этаже. Отожди-ка. Сейчас мы зайдем. Ходить не умеешь. Это что такое? Ну, это лифт. Лифт из воды у нас. Ну, сама подумала. Это третий наш этаж. Это ну, это мой этаж. Твоя дверь обязательно. Лифтом. Даже попугай есть. Домашний. Вон. Да вот клетка, ты что? Давай. Закроем его. Ты смотри, балкон. А это что? Это печка. Это. Обычно. Закроем ее. Да нет, это холодильник. Пусть не там? Ух, круто. Все, норм. Я починила. Так, идем сюда. Это балкон. Это такой крутой вид. Ну, в принципе, он такой вид. На минус какой-то. Да, вот что-то не вижу. Посмотри на... Лера, посмотри! Не будет ли это смотреть. Лова. Какой он большой. Лова написано. Ну, смотри, Лова. Я бы такого не знал, потому что я не играю в Майнкрафт. Я играю в Роблокс. Мой ник. Илона по-английскому Роблокс Плей. Играю в Роблокс. Как и Вика тоже играет. Ну, я тоже так иногда играю в Майнкрафт, да? Как что сделал? Это что, больница? Нет. Это что? Это что, это просто я не достаю. Ты школа большая. Нам бы такую прокачку. Я все хочу так посмотреть. Это коридор. Это тут такой коридор, из него надо побегать. Побегать. Ну, и пойдем туда же. Ты что такая неуклюжая, тут полнистый вверх. О, вот здесь, вот сюда. Это уже чистый класс. Боже, даже вот. Это доска. И здесь вы сейчас только 4 человека. Там тоже. Выходим. Кстати, там можно сидеть. Также здесь еще одна. Смотри, и он. Смотри, подожди. Где я опять сломала? Мы сели за парой. Ага, давай. Тут тоже 4 человека еще и класс тоже очень интересный. Илона, ты что вниз смотришь? Что такая неуклюжая? Да. Дверь,
И даже двери нет. Там такой же коридор, да? Ну вот, наверное, только тоже пошире. Там длинный, но... Там я должен сейчас там побегать. На первом этаже я могу побегать. Так, заходим наверх. Где окна такие? Понятно. Смотрите, просто. Это большое. Просто огромная школа. И причем, смотрите, там светит. Вот. Загорело. Отсюда. Слазим отсюда. Что и где еще есть в этом городе? Большая башня. У нас есть маленькая, да? Угу. Еще у нас есть маленькая целевая башня, но есть еще и большая. Ну, я у нас строится. Экранка. Вот эти лево башни. Она не как мы назвали? Полетит. Сейчас он ее полетит. И... Там, кстати, дырки можно заделать и там ходить. Вот, ребят, так вот наш город выглядит вот так. Как мы тут еще не были. Пойдем посмотрим. Часы не сад. Вот, вот тут как много этажей, но мы были только на третьем. Ну, у нас, потому что... Блин, тут очень хорошо. Вот эти просто очень хорошо, да? Просто вот так вот смотрите. Вот так вот. Ну вот, вот наш дом. И вот наш город. Ну вот увеличился. Сейчас мы посмотрим, вам покажем, где еще Эйфелева башня. Вот тут, ребят. Эйфелева башня. Вы сможете ее увидеть уже через 2 дня, да? Нет. Ну завтра я могу. Завтра, ребят, это для ванночка. Красненько ванночка. Вот еще. Так. А ты бы хотела спросить, как я построила ее? Ну, мы там поговорим. Так, смотрите, ребят. Получается, все. Видео сейчас будет заканчиваться. Пожалуйста, ребят, поставьте лайк. Подпишитесь на наш канал. Потому что на... Так, в общем, ребят. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Повторю еще раз, поставьте лайк. Чтобы не пропускать наши новые видосы. И еще хотела вам сказать. То, что на 20 подписчиков будет конкурс. Так что, ребят, если вы хотите участвовать в этом конкурсе, и чтобы его не пропустить, вам надо подписаться сейчас очень на меня и полайкнуть это видео. Поэтому, ребята, всем пока. Смотрите сейчас это видео. Все, ребята, всем пока. До новых встреч. Ждите, сегодня вечером будет еще один видосик. Всем пока. Всем пока.